Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем наше прохождение Тесс Арены, и сегодня мы отправляемся с вами за последней частью посоха. Это у нас, друзья, уже восьмая часть. Да-да, мы добрались таки уже практически до финала. Как вы можете видеть, вот она, Красная гора. Сегодня мы туда и отправимся. Но сейчас я нахожусь в гильдии магов. Я закупился, друзья, всем необходимым, всеми различными бутыльками, как я и говорил. Подземелье предстоит нам непростое, так скажем. Не сказать, чтобы завальное там или прям очень сложное. Нет, просто нужно будет немножечко попариться нам. Но я думаю, мы как всегда справимся, поэтому не переживайте. Ладно, отправляемся. Ну, я думаю, вы не переживаете, да? Это мне нужно переживать, как я пройду его. А вот он, Дагатур, друзья. Давайте зайдем к нему, проведаем, сколько времени у него уже людей не было. Хотя, сомневаюсь, наверное, он людей-то и не видел. В основном Данмиры да Двемиры. Так, Дагатур, священный ход двемерских кузнецов в огненную гору Дагатура стоит перед вами. Магические руны сияют красным свечением, отдавая теплом. Адская струя пара выходит из отверстия камней около входа. Финальный кусочек посоха хаоса где-то там внизу. Ну что ж, начали, друзья, начали наше прохождение. Так, вы вошли в огненную гору Дагатура. Угу. Даже пол теплый, если прикоснуться к нему. Я верю, это же все-таки огненная гора. Что вы думали? Здесь будет холодно, что ли? Я даже практически, кстати, не закупался бутыльками холода, потому что это, наверное, был бы бред. Встретить здесь снежных волков или снежных атронахов, то... Ну, практически им не закупался. А, так, да, все правильно. И теперь, друзья, ну, первый уровень, он достаточно простый. Здесь даже усилий особых не будем прилагать. Где-то здесь у нас должна быть дверка, да? Я предполагаю. Ненавижу искать их. Даже когда они отмечены на карте, их трудно открыть. Так-с, и, видимо, здесь еще одна, да, у нас? Угу. И огромный зал славы. Я вроде как слышу, то ли это у нас каменные големы, то ли это у нас железные големы. Ну и то, и другое не очень-то и приятно. Так-с, угу. И лучше направо нам сходить. Ух ты, это все-таки был железный голем, друзья. Так, всегда держу на букве У. А, стой, это стамина? Нет, стойте. Я купил стамины немножечко, потому что иной раз, может, даже и не передохнем. Не удастся нам передохнуть. Что там? Вы что? Написано было. Вроде как, заражать ты точно не должен. Ух ты, вот это да, друзья. Уровень, что? Погодите-ка, вроде бы мы только что... в прошлой, по-моему, серии мы получали не так давно уровень, не так быстро набрали. Я вроде бы даже никаких существ не убивал и сам не качался. Ну ладно, это, конечно, приятно, что в конце еще один уровень дают. Но я все в дамаг вложу, чтобы немножечко побольше дамага было. Или мы не набирали уровень, я не помню, что-то уже... Вроде бы что-то такое было у нас. Сохраняемся и идем дальше. Вообще, буду много сохраняться, потому что, ну... Наверняка убьют и потом заново начинать. Это все запарно, конечно. Как у меня в прошлой серии случилось, я вообще не могу. Ой-ой-ой-ой. Так, вообще, наверное, лучше выпить всех бутыльков и не париться особо. Так, где у меня шок-то? Вот он. Только вас мне здесь не хватало, блин. Так, вообще нужно левитацию включить. И быстренько разделаться с вами. Так. И вот сюда. Так, стойте. Блин, а сейчас ждать, наверное, как пройдет. Черт, здесь, кстати, не пробраться. Вроде даже никаких ходов. Здесь нужно перепрыгнуть, но... Нам не удастся, друзья, поспать. Так, ну ладно, тогда знаете, как поступим. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. И мы сломаем эту гору сейчас. Моей любимой дайкатаной. Вот так вот просто. Я вот так обойду и не буду ждать... чтобы тебя прикончить. Так, теперь нам нужно... Ух ты, стой, стой. Так, сразу же пьем резист от файера. Хорошо, что мы знаем всех существ уже и сразу же можем заранее догадаться, что нам выпить.
в определенных случаях. Кстати, спасибо тебе огромное, призрак, что спалил мне вход. Я думал, он внизу находится, ну ладно. Огромное тебе спасибо. И мы, кстати, уже практически прошли первый уровень. Так, нет, песики. Так, а что, быстро так защита от огня у нас прошла? Это не есть хорошо. Так, давайте еще один выпью. У меня их много. Здесь наверняка еще будут. Так, похоже на крипту. Ну, да. Вампир? Нет, стойте. Только не вампир. Я ненавижу вампиров в игре. Я один раз встречался с ними. Это вообще, конечно, злостные существа. Ой, ты. Демон. Так, сейчас хил так неудобно. Я так привык его уже второй строчкой нажимать. А теперь там стамина стоит. Немножечко мешает. И нам вот в эту, друзья, дверку. Так, что нельзя сделать? Ну давайте сломаем, что делать-то. Так, не понял. Вы ничего не можете... А, этот замок не боится вас? Блин, стойте, как? Ключ нужен, что ли? Ты хочешь сказать, мне ключ нужен? Да нет, не может быть, слушайте. А на карте никаких ключей нету? Это засада. Блин, да как так-то? Не может быть такого. Не было ключей. Возможно, находится в крипте, но на карте не изображено. Да это бред, не может быть такого. Ну-ка, давайте сломаем тогда. Вроде как здесь проход небольшой есть. Что, серьезно? То есть ты хочешь сказать то, что будешь мне теперь двери до самого конца коридора ставить? Это же бред, не может быть такого. Окей, ненадолго хватило. Оказывается, они такую текстуру применяют. Двери квадратную. То есть, когда она открывается, на самом деле, чтобы она со всех сторон была, эта текстура открытой двери. В общем, очень умно поступили разработчики, но вот это было глупо. Зачем было закрывать дверь, когда я могу разрушить? Я, в общем, не уверен, друзья, насчет ключа. Возможно, его даже и нету здесь. Но, видимо, вот таким вот способом можно проникнуть сюда. Это работает. Или вам нужно в любом случае какой-то предмет на разрушение стен доставать. И тем не менее, мы пришли на второй уровень. И вот здесь, друзья, начинается самое жаркое у нас. Нам нужно, как я говорил в прошлой серии, будет раздобыть 5 ключей от 5 замков. Ну, это знакомая нам уже ситуация. Не раз такое мы делали уже. То есть, вот они наши дверки. И нам нужно достать все ключи. А ключи разбросаны по всему уровню. Сейчас мы будем очень много бегать, друзья. Так, и начнем мы, наверное, сверху. Так, я, наверное, сразу же выпью какие-нибудь резисты. Файера сразу же и, наверное, шока. Чтоб потом не париться это все делать нам. А то с одного удара, ну, вы видели, что я вам объясняю. 20 раз уже видели, что прямо один шарик не заметишь, и все, и убьют сразу же эти монстры. Поэтому перестрахуемся, и вот так вот мы пройдем этот уровень. Так, единственное, что... Куда мне идти? Вроде первый ключ у нас лежит вот здесь вот, друзья. Посередине острова, окруженного лавой, этот трэп, как там, находится ловушки голем, железный голем. И, по-моему, там мы видим ключ еще. Ладно, давайте левитацию используем и вот так вот переместимся. Так, нет, нет, слушай, мне не нравится такая ситуация, что я над лавой стою. Может, ты спустишься ко мне? Ну ладно, как хочешь. Так, вроде вот он наш ключик. Первый ключ от первой двери. Рубиновый ключ, друзья. Так, ну это было пока что просто. Так, давайте-ка сориентируемся, куда мне идти дальше. Я даже на паузу пока поставлю, друзья. Я надеюсь, вы не против. Ну, вдруг левитация еще понадобится. Ага. Понятно, нам вперед все равно идти, поэтому... Нет, не понадобится нам. Ух ты, ой, ну, уже не действует шок. Ну вот видите, как получается вечно. Так, ладно, собрался. Теслер, ты сможешь еще немножечко, и все. И мы сделаем его. Так, где шок опять у меня?
Как так быстро кончаются эти бутыльки вообще? Просто жесть. Да ё-моё. Какая-то подстава. По два разных существа, которые пользуются совершенно разной магией. Это нечестно. Вообще, как так можно? Хотя кто здесь вообще про честность говорил, да? Так, хил опять. Fire resist. И хорошо, что я выпил fire. И мы спускаемся в небольшие лабиринты. И вначале мы, наверное, возьмем... Так, стойте, вообще давайте инвиз. Вот реально, это, наверное, нам очень сильно поможет. Нет, это не поможет, потому что тут призраки, оказывается. И это бесполезно. Такс. И, наверное, даже более того, нам придется вниз вообще спускаться. Это вдвойне глупо, что я выпил. Ладно, нам нужно вниз, друзья. Нам нужно отдохнуть и снять левитацию. Так, шахты. Это не страшно. Если, конечно, правда, один призрак наверху не застрянет, и мы не сможем подняться, и тогда это будет совсем неприятно. Нам направо. Такс, такс, такс. И мы должны выйти, друзья. Угу, вот сюда. Так, на этом уровне вы видите лича и... как там его? Алмазный ключ. Глимин. Я забыл, что значит глимин. Возможно, сияющий. Или находящийся около стены за вами. Так, стойте, кто-то там... Кто-то там лич. Ух ты. Ой-ой-ой. Быстро. Быстрый резист. Резист нам нужен. Лич, кстати, один из самых опасных противников. По-моему, даже самый опасный в игре. Ну и, в общем, вы понимаете, что сейчас будет. Нам нужно его обязательно убить, потому что мы сюда не один раз будем возвращаться. Ну, в общем, я надеюсь сейчас на честное сражение с личем. Так, как-то, знаете, опасно здесь сохраниться. Ладно, давайте. Ух ты. Ну да, наносит он, кстати, очень много урона. И убить его, конечно, очень непросто. Нужно очень много дамага влить. Вот видите. Давайте даже True Healing используем. Heal True. Он восстанавливает нам практически все здоровье. Ух ты, опять снес. Так, давай-ка. Понеслась. Капец какой-то. Просто. Я не успеваю восстанавливать здоровье. Господи, сделал бы кто-нибудь автовосстановление. Жесть просто. Ну вот смотрите, что он творит вообще. Ё-мо, сколько же тебя нужно всадить-то? Дамага-то. Ух ты. Так, heal true. Ну, умирай, умирай уже, хорош. Сколько зажился ты на этом свете уже? Пора уже и на покой. Лич, ты что творишь? Да ё-моё. Давай же. Умирай. Слушайте, может он вообще никак не это, неубиваемый просто. Черт возьми, а. Что ж ты будешь делать-то? Есть, просто. Ну вы видели, да, сколько я бутыльков истратил и дамага влил. В общем, это, наверное, да, один из самых все-таки опасных таких противников в игре, которых стоит, конечно, опасаться. Ну я его убил. Так бы я бы, наверное, прошел, но... Судя по плану, который я составил на этот уровень, я сюда буду возвращаться не раз, друзья, потому что это очень удобная комната. Она находится прямо посередине уровня, и я могу делать очень много дырок, чтобы проходить на разные, видите, здесь такие помостики, и в разные точки карты я могу быстренько пройти. Угу. Так, и сейчас мы сделаем одну из таких дырок. Скорее всего, что-то, по-моему, вот здесь мне нужно продырявить стеночку. Так. И вот здесь мы сейчас окажемся. Да, отлично, то, что нужно.
Нет, нет, я вижу призрака. А, вот эти призраки, они вообще бесполезные, потому что они кидаются какой-то фигней, которая вообще никак мне урона не наносит. Возможно, она нужна для чего-то еще, но вот вообще никакого урона это не наносит мне никогда. Без понятия, что за магия. Так, вверх, вверх, вверх. Так, это хорошо, что фаер выпил. Так, сохраняюсь сразу же, чтобы 20 раз потом в случае чего. Ух ты, вот это шок нужен. Вот он смысл, друзья, игры. Постоянно за бутыльками пользоваться. Но если вы маг, вы постоянно магией вот так будете. Но я сомневаюсь, что у вас хватит маны. Хотя там такие заклинания, конечно, можно создать. Дай боже. Вообще, на полное сопротивление всему. Эх, Бретон, Бретон. Подвел ты меня. Я на тебя так рассчитывал, на эту расу в этой игре. А ты меня так подвел вообще. Ну, возможно, было бы только еще хуже. Кто знает. Но если еще хуже, то я вообще не представляю просто, как другими расами играть. Ну, нужно артефакты искать. Есть хорошие артефакты на сопротивление. Но лень. Лень моя вторая черта, друзья. И что-то, что здесь такое, я не вижу. А, стойте. Точно. Я почему сюда пришел-то? А почему я сюда пришел? Ладно, нет, я не сюда хотел прыгать. Мы еще сегодня искупаемся, друзья, в лаве. Я вам обещаю, это гарантирую. У меня есть такой план сегодня. Это искупаться немножечко. Так, а с тобой пока подеремся. Ну, видимо, здесь, друзья, существа. Вот эти они охраняют каждый по ключу. Самые опасные существа. Мы придется их всех завалить. Ну, не обязательно, но... Че их оставлять живых? Может, еще и уровень заработаем. Какой-нибудь. Давай же. Ну, ты же не лич. Хорош, умирай. Ну и золото, конечно, можем пособирать. 43 золотых, вы представляете? Вы убили такого здорового существа, потратили столько бутыльков со здоровьем и получили в награду 43 золотых. Офигеть! Ай-яй-яй-яй! А, ну слава богу, у меня хотя бы... Ну, сопротивление огню есть, она полностью убирает вот эту лаву, то есть дамаг от лавы полностью вам не страшен. Халява. Конечно, халява. Такс, ну вроде бы уходим отсюда. Сейчас давайте я посмотрю, куда нам дальше идти. Это мы достали, друзья, уже третий ключик, еще два остается. Ну, довольно неплохо все проходит, я ожидал худшего от этого подземелья. Возможно, даже многие из вас будут расстроены тем, что я так хорошо его прохожу, без таких особых проблем. Вы ожидали, что я буду страдать, но нет. Нет, друзья, я вам такого удовольствия не предоставлю сегодня, я его пройду. Ну, только если не умру сейчас просто. Это уже на нервной почве у меня. Давай же. Да нет, да я же выпил. Мне не страшны уже ваши. Может быть. Так, посмотрим. У меня, блин, там что-то и летит в меня. Конечно, я хорошо сейчас бы сохранился. Так, я что-то хотел сказать опять, поболтать вам с вами о чем-то, но я забыл о чем. Ладно. Сюда, сюда, сюда. Так, кто здесь? Да я знаю, здесь кто-то есть. В темноте всегда кто-то скрывается, и скрывается летучка. Кстати, это вроде как гомункул их зовут, или как-то так еще. В общем, гремлины. Летающие гремлины. Так, и мы пришли, друзья, к следующему этапу. Да кто ж так опять у меня кончился уже резист? Да ё-моё, стой. Откуда ты взялась, скажи мне? А, чудо. А, тут секретный у вас проход. Ну, извиняюсь, извиняюсь, но мне не тот нужен вообще-то. Так, что-то там опять светится. И, блин, а что ж такое-то? Оставьте меня в покое уже. Призрак сейчас откуда-то взялся. Ну что это такое? Иди. Изыди. Так, нам нужна вообще вот эта дверь. Самых всех магических существ собрали. Нет, чтобы там минотавров, троллей, орков расставить. Но нет же. Так, и здесь нам понадобится левитация, походу. Так, левитация.
Ох ты, вампир, стойте, стой. Резист от фаера. Так, в центре вы можете видеть вампира и аметистовый ключ. А вот он сияет на пьедестале. Знаете, давайте не будем убивать его. Давайте быстренько возьмем. Слушай, я ненадолго, я только возьму твой ключик и уйду. Ты мне нафиг не сдался. Я уже... Да ё-моё. Я вроде выпил два резиста, но нифига. Не помогло. И это мы добыли, друзья, четвертый ключ. И это отлично. Оказывается, мы очень быстро пройдем. Это шикарно. Так, четыре ключа, это вообще отлично. Ключи вроде, кстати, все время такие же. Могли уже и дубликаты сделать. Стой, стой, ты-то откуда здесь взялся-то? Ты мне не нравишься. Мне здесь вообще по секрету никто не нравится. Так, окей, сохранились, погнали. Да какого, да откуда? Не понял вообще, вы что, возродились, что ли? Не может быть такого, вы не могли так сделать. Это вообще было бы нечестно со стороны. Я не выходил из подземелья, и вы не могли никак возродиться. Насколько я понимаю, да, я в том же крыле, но почему вы здесь? Скажите мне на милость. Нет, вроде бы все ок, никого нету. Да что-то мне показалось, что начали возрождаться здесь монстры. Было бы неприятно, конечно. И сейчас я, друзья, сделаю какой-то рисковый шаг. Для начала я посмотрю, где мне дальше дырку проделать. Угу, понятно. Вроде бы. Будем здесь копать. Так, ну настоящий Майнкрафт. Я просто чувствую, как в Майнкрафте себя. Хотя я не очень люблю Майнкрафт, точнее вообще уже, если сказать, ненавижу. Еще одну придется дыру проделать позже. Да, ну как так? А призраки были за Майнкрафт, они меня наказали. Так, Fire Resist. Так. Я слышу. Слышу крылья. Вот здесь где-нибудь вскопаем. А стены... Ух ты, привет, слушай, извини. Просто призрак аж обалдел от удивления, что здесь кто-то оказался, еще особенно сзади него. И вот здесь, друзья, мы сегодня поплаваем немножечко с вами. Так, я сейчас левитирую, нет? Resist от фаера, и мне нужно посмотреть, куда нам точно идти. А хотя не важно. Мне, по-моему, еще кто-то... Да не важно, идите от меня. Искупайтесь со мной, либо уходите. Не мешайте мне наслаждаться огненной ванной. Обожаю огненные ванны. Ё-моё, там еще кто-то в меня стреляет. Какой-то фигней. Погоди, ты? Вот чем они сейчас стреляют, вот скажите мне. Я вот даже не представляю себе. Так, ты мне тоже не нравишься, медуза. Ну давай, хорош. А где у тебя ключик лежит? Вот он, друзья, ключик, последний ключ, кристальный ключ. Нашли таким. Бутыльки решают, конечно. Ну и сколько я денег потратил, чтобы закупиться всем этим? Это, конечно же, огромное количество денег ушло на это все. Ага, так, и в принципе можно возвращаться. Нет, давайте тем же путем, наверное. Да, скорее всего, даже тем же вернусь путем. Совершенно не важно. Так, парни, что ждете? О, нет, только не это. Блин, тем же путем, друзья, не получится. Они застряли здесь. А застряли они, застрял и я, в принципе. Конечно, могу дайкатаной прокопать. Ну-ка. А, нет, не рушится. Блин, ну как так-то? Эти призраки заперли меня. Ладно. Сейчас перезагрузимся. Понятно. Значит, пойдем вторым путем. Слава богу, здесь есть и такой путь, друзья. Правда, он более долгий.
Так, да, это я уже все видел. Медуза, конечно, все прикольно. И фиг знает, кого мы здесь встретим сейчас. Наверх, наверх, наверх. Так, ну вот ты вот пришел. Ай. Голем. Все, все отлично, нет? Кстати, у меня оружие-то не сломается. Я, конечно, могу чинить, но только во сне. Поэтому неприятно было бы. Ну, хотя... Как у нас... Какая у нас катана-то, кстати, вроде бы? Вроде бы у нас... Эбонитовая, эбеновая. Конечно, эбеновая. То такой, тот раз этот дискус у нас оказался на форуме. Эбеновая либо эбонитовая. Ну вот прям какая разница, прям огромнейшая разница. Друзья, как вы думаете, почему назвали эбонитовая? Потому что эбен, он не очень звучит. Поэтому в 1С перевели как эбонит. Еще с моры все называют это эбонитом. Ну это же очевидно. Разве эбонит не лучше? Или я настолько привык уже говорить эбонит по море, что меня уже не переучишь, как и хаджеты, которые каджеты. Кто придумал каджеты? Как Киродиил был нормальное название. Киродиил. Нет, придумали Сиродиил. Господи, Сиродиил. Ай. Ладно, чё уж тут жалеть-то теперь. Так, я чуть не упал, кстати. Да ё-моё. Только и успеваю, блин. Да какое... На. Нет там никого. Это иллюзия, обман просто. О, я вышел здесь. Отлично. Так, все, открываем дверку за дверкой. Так, ты можешь пройти первый портал. Второй портал. Третий портал. Четвертый портал. Финальный портал. Так, тут кто-то есть? Блин, а? Вот ты специально, да, стоял здесь? Я знал, что ты здесь, парень. Я подготовился. Ой, нет, не подготовился. Блин, да как так-то? Черт, а где я там? Это я где? Стойте. Ой, я, по-моему, не то загрузил, да? Я не то сохранение. Или нет, то? Погодите, а где это я? Я что, еще здесь только? Не прорубил себе проход? Ага. Блин. Так, кто-то тут меня огнем будет пылать, поэтому я сразу же пью резист от файера. Хотя тут эти еще были. А, нет. Неважно кто, бежим, бежим, бежим. Так, тут мы пьем резист от шока сейчас. Так, это финал. Шок. Ну все, иди сюда. Как я так не успел-то вылечиться? Ши, жесткий какой-то, это, наверное, босс. Или кто-то меня сзади еще, кстати. У меня такое ощущение, что кто-то сзади. Серьезно. Что-то я его убить не могу. Точно ведь сзади кто-то подкрался ко мне. Второй, блин. Их тут двое, видимо, было. Все окей. И отправляемся, друзья, с вами на последний уровень. И здесь, наверное, тоже жесть будет сейчас. Жесть, как она есть. Так, ну он, по крайней мере, маленький, он, друзья, последний. Так, пьем резист файера, пьем резист шока. К черту жалеть бутыльки. Так, вы вошли. Ай, какая-то волна вас там поразила, неважно, волна энергии. Или волна тепла. Так, разбираемся с вами. Потому что вы мне надоели уже. Ох ты, это что так сразу же-то? Хорош. Так, минус 4. Две летучки. Так, успеваем. Нормально. Ну, конечно, еще я так и не рассказал, кстати. Ух ты, вы еще откуда-то...
то, что различные удары, они наносят по-разному урона. И плюс к этому они еще и разную точность имеют. То есть колющий у него большая точность, но меньше урон. Там, по-моему, вот если сверху ударять, то больше урон, но меньше точность и так далее. Так. Блин. Знаете, что здесь делаем? Мы выпьем резист от фаера. Мы, наверное, с вами левитацию применим сразу же. А, инвиз. От призраков это не поможет, но там, возможно, есть летучки. И выпьем левитацию. Где левитация-то? Вот она. Так, с отличным. И понеслась. Так, призрака завалим. Ё-моё, да тут жарковато, друзья. Так, разберемся с летучками. Я же в инвизе, вы не можете меня видеть, так нечестно. Читеры. Вот видишь, не видишь меня, а так видишь. Или нет? Ладно, так, еще где летучки у нас? Так, нету. А, вот еще одна. Так, вроде все, вот последняя. Так, почему-то рядом с посохом, друзья, всегда, чем ближе к посоху, тем FPS всегда проседает. Видимо, вот эта анимация посоха там горящего, она очень дико высаживает FPS. И нам остается, друзья, только поспать, скорее всего, потому что сейчас мы наверх не заберемся. Давайте поспим. Так, ну нам не дают роли. Как ты сюда забрался, парень? И сейчас мы прыгаем наверх, друзья. Так, нет, не та клавиша. Так, это что-то знакомое. Я не понял. Что-то меня избивает. Ладно, давайте прыгаем вниз. Я не уверен, что, но что-то меня избивает. По-моему, призрак какой-то. Он прилетел сюда. Они же летать умеют вроде как над лавой-то. Но неважно. Так, стойте, чтобы выйти отсюда, ответь на мой вопрос. Так я хочу взять посох, а не выйти. Сначала бесконечности, к концу времен и пространства. Начало каждого конца и к концу каждого места. Что я? Вообще, загадка вообще очень сложная, на самом деле, друзья. Я не знаю даже догадаться. Загадка, шифр из одного символа. Это буква Е. И, наверное, она даже больше как бы на английском. То есть у них часто многие слова заканчиваются на Е. И здесь вот это вроде как упоминается, да? Ну, в общем, это буква Е. Так. И ты действительно достоин. Иди с миром. И пусть твоя судьба будет записана в древних свитках. Это хорошо, я пока что возьму свой посох. Последняя, друзья, часть, самая верхушка. Вы нашли последнюю часть посоха хаоса. Будто живая вещь, она рвется завершить посох. Он горит ярким холодным огнем. И вы можете почувствовать его силу, как будто бы это ваша сила. Это хорошо, мне нравится сила. Так, это нет, это тролль, по-моему, еще какой-то сидит здесь у нас. Все, друзья, ура, нашли. Остается только тролля найти этого вредного, чтобы я смог вызвать Рию. Да, вот, ты точно избил меня. Поспать, поговорить с Рией и Старном и, собственно, закончить сегодня. И, друзья, в следующей серии у нас будет финал уже, наконец-таки. Ура, ура. Так, все, спим. Тарн. Тарн, приди ко мне. Я поздравляю тебя с твоим успехом. Но, как ты уже мог заметить... ты уже заметил то, что я знал давным-давно. Посох... истощен, и у него нет его магического потенциала. Я это сделал сам, прежде чем рассеять его кусочки по всему нашему государству. Это бесполезная палка, хорошая для того, чтобы взбивать масло или грести лодку,
но не для того, чтобы спасти императора. Приди и найди меня, если посмеешь, и я предоставлю тебе собственной судьбе. Мои легионы ждут тебя. Окей. Ой, нет уж. Оказывается, друзья, что это бесполезная совершенно фигня, которую мы собирали. Да как так-то? Этого не может быть. Я расстроен. Это, знаете, с Нульфагой, конечно, еще хуже было. Я даже помню все еще, как ее зовут и как она меня в конце протроллила. Я думал, я столько прошел, и там оказалось нифига. А вот, и здесь типа такой же троллинг, то есть посох там и зря собирали. Но на самом деле не столько зря, я думаю, что... Я не знаю, на самом деле. Наверное, в следующем подземелье мы как-то сможем вернуть его силу. Но для убийства Тарна теперь этот посох не подойдет, и нам нужно явно искать какой-то другой способ его убить. Но, по крайней мере, я думаю, мы спасем императора. В любом случае, я, насколько знаю, и Уриэль-то этот Септим потом вернулся и правил. То есть не Уриэль Септим или Уриэль? Вроде не все Уриэли, я уже забыл. Септимы, в общем, все. Вот. Ну, в принципе... А, стойте, Ария-то, да. Совсем забыл про нашу бедняжку Рию. Так, ну кто? Орки. Да, понятно. Вы дадите мне поговорить, потому что я не знаю, куда дальше-то идти. Ну, вроде как в имперский дворец нужно. Он там ведь сидит, восседает на троне. Ария. Так, что-то она не хочет, друзья, приходить. Интересно. Ну-ка, давайте 10 часов. Вот ты кто такой вообще? Ведьмак вроде бы, кстати. Было бы обидно, прошел целый ад и тебя убил ведьмак. Или ведьмачка. Так, что-то она, друзья, не хочет приходить. Видимо, не будет у нас диалогов. Возможно, после того, как мы выберемся, друзья, из подземелья. Но я бы не хотел сейчас это показывать, потому что это бесполезно и бессмысленно. Я уж сам как-нибудь выберусь отсюда. Благо, недалеко идти. Так, ну ладно тогда, друзья. Если что, поговорим с ней в следующей серии. Она нам расскажет, куда идти и где искать вообще сейчас Тарна. А на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Тесля. Друзья, ура, мы нашли последнюю часть посоха хаоса. Воссоединили. Это огромная просто радость для меня. Увидимся, друзья. Всем пока.